Итак, друзья, давайте-ка продолжать. Смотрим, все ли тут на местах. Так, бревна на мазе, бревна на КамАЗе. Отлично. Так, окренился у нас КамАЗ и утонул. Ну ладно, пересядем на МАЗ. Как он завяз, смотрите, да? Офигеть. Вот, друзья, как можно здесь утонуть. Ну да ладно. Поехали. Вылезла там машинка-то? Конечно, вылезла, куда надеяться. Так, ну, наверное, в лес мы не поедем. Да мы там нафиг заблудимся. Так, что тут у нас? Пара елочек. Проедем, я думаю. Особо экономить топливо сейчас не будем, потому что едем в заправке. Я заметил тут такую фишку, что машинка при въезде на какой-нибудь холмик или еще что-нибудь останавливается. Это, наверное, любимая фишка Павла, чтобы машинку остановить.
того, что машина останавливается, она может сразу повалиться. Поэтому ей, конечно, что угодно, лишь бы не останавливаться, самое главное. Ну, естественно, здесь такого не будет. Она, естественно, остановится. Несмотря на то, что я поворачивал направо, машинка все равно как-то начала вскарабкиваться на это дерево. Ой, бред полный. Так, ну тут ясное дело, что уперся. Даже проверять не буду. Уперся КамАЗ 100% дерево. Давайте-ка поглядим. Вот так мы проехали. Пересядем на этот несчастный КамАЗ, который уперся в дерево. И вытащим его. Так, а куда он вообще поехал? Ну да, вроде бы правильно. Тут реально довольно-таки узкий участок, к которому можно проехать. 366 литров. Начиная с этого места, будем экономить горючее. Так. КамАЗ, как всегда, с креном. Сейчас уже ускоряться так не будем. Полный привод будем использовать только там, где он действительно будет нужен. Мест таких здесь хватает, конечно. Машинки идут медленно, но верно.
урон можно не обращать внимания. Эта машина достаточно крепкая. Павел тоже интересно сделал, так что если ехать близко к левому краю с распуском, то есть риск, что бревна посыпятся. Камешки. Бревнышки-колышки. Здесь есть множество вариантов, можно по краям проехать, там высокий риск того, что машинка просто упадет под креном. Естественно, это не есть хорошо, поэтому просто поедем в центре. Ехать будем в основном за счет передних мостов. Очень-очень медленно, но зато КамАЗ с распуском должен доехать до ЗИЛа, который стоит здесь неподалеку. Здесь очень легко перевернуть вот эти бревна.
смотрите, да, как машинку кренит? КамАЗ имеется в виду. Есть коридор грязевой, по нему мы не поедем. Дальше будут камни, очень большие камни, специально для того, чтобы восстановить массу. Ну и не только массу, конечно. Тоже есть варианты проехать в зеленой зоне, но вот видите, да, какие здесь спуски. Естественно, при таких спусках мы не проедем. Вот тут грязь внизу, ясное дело. Вариация, например, вот впереди в зеленую зону заехать, но там тоже топка. В общем, смысла нет. Нет особого смысла забираться наверх, но мы тут будем забираться здесь. Очень сильно кренит на бок, КамАЗ имеется в виду, но ничего не попишешь.
равнины, друзья. Именно в этом сложность равнин. Отличнейшая просто карта. Хорошей задумкой. Подъезжаем к грязевой дороге. Уже, собственно, на грязевой дороге. Здесь везде риск переворачивания этих вот самых бревен. Здесь можно было бы, в принципе, вот здесь вот срезать немножко. Но на этой машине очень сложно идти в горку, поэтому даже не знаю, лучше, наверное, проедем по дороге. Видите, да, тут везде тоже спуски такие опасные. Маста проедет, а вот КамАЗ, скорее всего, сбросит эти самые бревна. Ну, вариант такой тоже есть. Знаете, сцепка не слишком короткая, машинка обо все бьется, едет неправильным маршрутом КамАЗец наш. Но нам сюда. КамАЗ, конечно же, роет землю.
Так, а если мы вот тут вот проедем, а? Мы это даже точку не открыли, смотрите, да? Ну, ладно. Так, что-то там оторвалось, что ли? Нет? Ух ты, блин! Машина получила дикий урон. Ладно, отцепляем. Я не знаю, что происходит, друзья, но что-то там в бок ударило очень сильно. Даже не знаю, как это произошло. Между этими сосенками и машинка получила такой вот дикий урон. Не уверен даже, что сможет ехать. На самом деле система урона здесь требует доработки, потому что я заметил, что мелкая какая-то трава или удары автомобиля в бок и тому прочие странности наносят колоссальный урон, хотя в принципе визуально урона-то не видно. Да и откуда там урон-то взяться? Ну, бок ударило, что? Ну ладно. Короче, машинка наша пострадала, осталась буквально 41 хп, да, здоровье. Прям чипочку какую-то дали. А, ладно, у нас еще остается транспорт. Надеюсь, КамАЗ-то жив. Так. Ну, КамАЗ жив. Тоже сейчас получит урон, наверное. Я стараюсь здесь провести, потому что там камни. Ну что ж, горючего хватило. В принципе, не самый плохой путь. 56 минут, да? Вот как-то так, друзья. Практически полностью убитый МАЗ с баком на 800 литров, да? Ну, сколько же там, совсем мало, по-моему, осталось горючего. Ну, КамАЗа 50. Ну, 50 литров, можно сказать. И у МАЗа... Ну, у МАЗа тут 125, в принципе, еще было... немного топлива для того, чтобы попытаться, не знаю, там объехать этот мост или еще что-нибудь. Мост весьма опасный здесь, и я бы не рекомендовал по нему ехать, потому что машинки идут медленно, и в этой ситуации крен слишком сильный происходит, и зачастую КамАЗ и прочая техника просто переворачивается с распуском, проезжая по мосту, хотя в принципе можно. А, ну все, друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Увидимся.